Ремонт придомовой территории по улице Николая Музыки, 94, начался еще в начале лета. Рабочие демонтировали старое покрытие, сняли декоративную плитку дома и на несколько месяцев забыли про объект. И лишь в сентябре за один день закатали двор в новый асфальт и снова исчезли, оставив после себя мусор и недоделанную работу. Пешеходная дорожка и плитка возле подъездов так и не появилась. Местные жители своими силами выложили часть декоративного покрытия. Побросали там свои вещи, люки канализационные. Если у нас они закатаны практически вровень с асфальтом, то есть их не откроешь, то около дома номер 98 там наоборот, сантиметров 10, они утоплены, то есть ямы в этом асфальтовом покрытии. То есть если так вот смотреть, то сделано просто на двойку этот ремонт придомовой территории. По мнению местных жителей, придомовая территория была в удовлетворительном состоянии. Старому асфальтовому покрытию было около 15 лет. Новое же не простоит и года из-за нарушенного технологического процесса, уверены севастопольцы. Вот здесь вы видите сами, что на асфальте буквально упала ветка, и от нее образовалась уже трещина. Ветка теперь ушла, и трещина там несколько миллиметров, может быть сантиметр, она присутствует уже на этом асфальте. Это говорит о том, что либо асфальт очень мягкий, либо какие-то ингредиенты сюда просто-напросто не доложены. Вот. А это очень важно. То есть как бы качество асфальта оставляет желать лучшего. Во время ремонта строители повредили и контейнерную площадку. Мусоровозы не имеют теперь возможности забирать заполненные лодки, а мусорные баки украшают территорию двора. Мусорные контейнеры теперь стоят вот так. Это ужасающее зрелище. Наш красивый двор превратился теперь просто в мусорную стоянку. Есть площадка, обустроенная площадка. Есть дорога, по которой могли бы подъезжать мусоровозы и забирать наши контейнеры. Теперь это невозможно, потому что наша площадка не имеет съезда. И контейнеры стоят и портят наш двор. Севастопольцы обращались в управление по эксплуатации объектов городского хозяйства и в управляющую компанию. Однако конкретного ответа не получили. Если ситуация не сдвинется с мертвой точки, замечания не будут устранены, жители дома номер 94 по улице Николая Музыки планируют написать письмо в прокуратуру города. В свою очередь редакция телеканала НТС направила запрос в департамент городского хозяйства. Яна Ютренюк, Дмитрий Лилека, Севинформбюро.